Старт весенне-полевых работ в Заинском районе был дан 9 апреля. Как говорят аграрии, поле созрело, как только сошел снег. Первая в этом году техника вышла на поля будущего урожая. Не медлить ни минуты, для аграриев важен каждый буквально час. На влажную землю должен упасть минеральный дождь. Именно он – залог хороших всходов. 40 тысяч гектаров определены в этом году в Заинске под зерновые. Думать о будущем урожае аграрии начали уже с осени. Вспахали, углубили пашню. Углублять начали 3 года назад. В этом году заинские земледельцы пройдут первый круг. Это станет хорошим заделом для будущих урожаев. Уже в понедельник первые агрегаты вышли на подкормку озимых на полях общества с ограниченной ответственностью «Нива». За несколько минут до выхода техники молитва с просьбой о хорошем урожае. В течение зимы было закуплено минеральных удобрений. На сегодняшний день, я уже говорил, более 110 килограмм действующего вещества на 1 гектар. Это первый показатель по республике. Но накопление минеральных удобрений будет продолжаться. Зимой возили куриный помет, это органика, перегнившая из челнобройлера, из Нижнекамской птицефабрики. Мы уже заканчиваем последние поля. 100% паровые поля будут засеяны сидератами, и во время заделки сидератов будет внесено на каждый гектар из расчета 8-10 гектар органики. Биологизация даст возможность накопить в почве до 250 килограммов на 1 гектар действующего вещества. А зимой клин, а это 13 тысяч гектаров, хорошо перезимовал и обещает дружные всходы. Половина площадей экспериментально была подкормлена с осени. Здесь же в поле глава района обозначил перед механизаторами первоочередную задачу, не забыв и о материальном стимулировании. Как и в прошлом, и позапрошлом году, обеспеченность техники неплохая. Мы ставим задачу никаких ранних, поздних культур. Какое поле созревает, заходим сеем. Вот задача такая. И, конечно же, максимально ранний посев, чтобы мы могли раньше убирать. И зарплата, аванс у нас выдана. Вот на этой неделе мы обычно перед посевными, уже третий год подводим итоги работы предыдущего года. Из положений материальных заинтересованностей, по холдингу, примерно 37-38 миллионов начисляется премии. И львиная доля этой суммы будет попадать механизаторам, специалистам Заинского района. В этом году Заинский район принял решение отказаться от применения авиации при подкормке полей. Новенькие современные заинские агрегаты, которые район закупил в этом году, справятся сами.